Ухтарминский мост на востоке Казахстана официально передали в республиканскую собственность. Уже началось финансирование объекта. Напомню, из-за резкого увеличения стоимости строительства с 30 миллиардов до 61, работы там оказались на грани остановки. По закону нет механизма, который бы позволял выделять дополнительные средства из бюджета при удорожании проектов областного значения. Теперь мост на балансе комитета автомобильных дорог. И за его строительство отныне отвечает нацкомпания «Казавтожол». Сейчас из 21 опоры бригады монтажников уже возвели 11. Тестовый запуск моста, который соединит сразу три района, планируется в декабре следующего года. На сегодняшний день работа не остановлена, финансирование продолжается. На текущий год планируется выделить 5 миллиардов, из них 3 миллиарда уже выделено, 2 миллиарда планируется выделить до конца текущего года. Объект планируется завершить к концу следующего года. Соответственно, филиалом будет усилен контроль за качеством работ. Если в этом году было осуществлено 8 выездов, то в следующем году на 2-3 раза это будет осуществлено больше выездов.